Все. Ну что, да вот надо вот эту вот жидкость MPG у человека взял попробовать, как она будет действовать для экономии топлива. Значит, надо заснять на всякий случай, чтобы если что-то с двигателем случится или мало ли что-то, какие-то проблемы будут, чтобы он вернул деньги за этот за жидкость и чтобы если что, ремонт оплатил нам. Ну, надо попробовать. А что она делает? Что экономия хорошая, это 30% на 100 километров движения. Ну, давай проверим, попробуем. Сейчас, сегодня у нас какое? А ты проверь целое сначала. 24 число, 24, 11.52. Ага. Ну, поедем, съездим. А сейчас ты проверь. Сначала на пустом, без жидкости съездим, а потом зальем эту жидкость и проедем, посмотрим. А. Ты целостность проверил, а потом скажешь, что мы туда чаем залили. Ну, нет, нормально. Ой, подожди, не видать. Ну, видео вон, все целое. Целое? Да, ну так. Посмотрим. Что, на заправку тогда поехали? Толк с этого, то тогда есть смысл будет брать. Все, ну. Поехали на заправку тогда. Поехали. Все, заливаем под жилак бак без средств. Что, прям под горловину хочешь? Да, без средств, чтобы полный залить. И потом прокатимся, посмотрим расход. А потом зальем эту дребедень. Посмотрим с ней, как будет. Дребедень. Не, а вдруг хорошая, действительно. Экономия топлива – это экономия денег. Это само собой. Сейчас везде должно быть все экономично. Правильно? Самое главное, чтобы результат был. Да, вот о чем и разговор. Так, полный поджлак зальем. Не, чтоб стояло. О, сейчас еще чуть-чуть. Все, хорош, ты сейчас разольешь. Я разолью. Он сейчас льет. Вон она. Давай, короче, я вырубаю там. Так. Все, запись идет. Так, ну что, сейчас давай сбрасываем на ноль пробег. О, все, ноль. Ноль, да? Доедем, посмотрим, сколько километраж и расход. Так, это без этой жидкости, да? Что, ну поехали? Все, поехали. Поехали. Все. Вот, этой жидкости проехали 201,9 километра. Так, сейчас надо будет так, все. Зальем жидкость эту и проверим, сколько будет. Так, что, пойдем заправляться расход. Тогда? Да, давай. Пошли. Так, идем заправляться. Берем MPG Boost. Нетронутая. Крышечка. Как положено, все на английском. Так, есть на русском. FFI. Экономия топлива, дозировка и данные продавца. Два номера телефона, сайт, второй сайт, Skype. Короче, полный набор для связи. Все, заправляемся. Так, открываем. Бак у нас 60 литров. Сейчас, значит, закачиваем 5 миллилитров. А это что, 1 миллилитр на 10 надо? Да, 1 миллилитр на 10 литров. И будем заливать бак. Потом дольем топливо. Будет понятно, сколько мы израсходовали, значит, на 200 километров. Без средства. Так, что-то не вижу. А, да, вот, все, 5. Да, даже все, переборщил 5. Чуть-чуть. Все, так, сейчас заливаем это средство в бак. Сейчас. Давай. Долей, дави сильнее. Все. Так, давай теперь заливаем. Ну, пистолет топливо. Вставляй, да, и сейчас увидим, сколько литров. 92-е. О, сейчас залили полный поджвак. Поджвак. О, стоит, вон он. Да, все, сейчас видно. Проверим, сколько расход. Сейчас. Сколько там? 15. 15,2, да? 15,2, да. 15,2 расход. Поехали. Ну все, полный бак. Добавку добавили. Сбрасываем на ноли. Все. Не, подожди, ты... Ну вон, ноль. Нет, это не ноль. А что, где? А где это? А где ноль? Один ли. Это километр и литр получается. Вот было. А, вот 20. Так, давай. Все. По нолям. Бак также полный. Ага. Все, поехали. Все, запись идет. Ага, ну вот.
прибыли. Так, сколько проехали-то? 202,6, да? Это чуть плохо вижу. Так, время 21:26. Ну, теперь надо сейчас залиться и посмотрим, сколько же экономии-то получилось. Так, что, тоже? А, 92-й же, да? Да. Ну, посмотрим, получилось ли она вообще, эта экономия. Должна быть, раз, ну, все, раз сейчас говорят, что средство действует. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну сейчас посмотрим, что там. 12. Угу. Подожди. Ну подожди, сейчас. О! Все? Сейчас, еще чуть-чуть. Все, да вот. А, вот все, полное. Все, вырубаем. Ага. Ну что получается? Так, 13, ровно 13. Ровно 13. Слушай, я в шоке, а? Ну, как писали, это сколько получается? Это минус 2 литра. 2 литра? Да, то есть литр с каждой сотки получается. Хорошо. Там мы заправили чуть больше 15, а здесь получается 13. Ну, хорошо, отлично.